Денис, серьезно значимый такой момент в вашей карьере. Вот вы как бы рады, что вот такое, можно так сказать, фаза не, такая непонятная у вас была в карьере, да, вот после того, как универсум распался, что это закончилось это время? Конечно, история получилась такая, как в фильмах. Распадывается универсум, начинает продавать всех кино. Но время это прошло уже, все, универсума больше нет, я свободный, и я выбрал себе новый путь, и продолжим поиск. А как вы думаете, вот как сложится ваша карьера вот у Зорланда? Потому что вы сейчас довольно высоко стоите в рейтинге уже в разных федерациях. Как бы у меня уже 33 боя, у меня уже есть опыт, и я думаю, что это все сейчас зависит только от меня. В этом клубе вот уже удалось вывести в чемпиона Николая Валуева, Александра Поветкина. Это тоже сказалось, ну, при том, что вы когда принимаете решение? Ну, на это я как бы особо не смотрел, потому что они кроме наших чемпионов еще воспитывали чемпионов. И как бы мне самое главное, чтобы была хорошая подготовка.